Котята зовут Алису. Стоят, видите, над кроваткой. Смотрят и кричат. Мама, мне его стыдеть. Ну тогда они тебя ждут. Мама, будет и мне гладить. Я пойду им молочка приготовлю. А как же, кто же гладить будет? Будет, да? Мелисса будет гладить. Да. Мелисса, по-моему, другие планы. Так, доброе солнечное утро. У нас сегодня как-то морозит, снежок, солнышко светит. Сейчас выпускаю собаку. Сегодня у меня выходной. Ну, относительно выходной. Я проспала до 9, это прям для меня офигеть как много, поэтому немножко раздолбанно себя чувствую. И животные, естественно, еще не кормлены, но у меня рейсы сегодня дома с бабушками, поэтому могу себе позволить. Сейчас выпускаю собак, они будут гулять, я пока буду кормить, убираться у них. Вот потом, наверное, я не знаю, сейчас они будут гулять с Симба или девочки. Для начала собаки. Радостные. Не утром выпустили, засиделись. Так, сейчас первым делом я пойду возьму тележку, загружу ее кормом и буду. О-о-о. С Фростом все хорошо. Мне кажется, походу тебе придется после каждого видео говорить. Он просто с бабушками там сейчас не пошел со мной. А я не стала привлекать внимание, а тут меня ребенок не отпустил. Ее там бабушки отвлекли, играют, они там с Фростом. Все. Пойду сейчас загружу тележку едой. И пойду к вольерам, буду потихонечку убираться и заодно раздавать еду. Ай, ты сладкая-сладкая собака. Маня, ты тоже сладкая-сладкая собака. Когда у нас солнечно, это, наверное, девчонок надо выпустить, побегать. Вначале еду раздам. На луж! Нала, так что это? Что это, Нала? Девочка моя. Девочка моя сладкая. Собачка я пахну. Иди сюда. Ай, ты моя носик мой. Дай поглажу носик. Нала, а у меня к вам вопрос. Тебя такие штуки интересуют? Ты играешь с такими? А, играешь, да? Как у Налочки дела, а, Нала? Какая игрушка. Ты игруха, значит, да? Ты игруха. Нет, Нала! А, кажется, я доигралась. У меня отжали игрушку. Нала! Вот она тебе даже не нужна. Что залипла на запах? Отдай мне ее назад, поиграем. А, ну что ты мне сразу лапой? Давай. Давай, иди понюхай. Ну. Отдай игрушку. Давай поближе ко мне ее, да, вот сюда. Вот, спасибо. Давай еще. Моя ты девочка. Все, давай. Мочи, сладкая, я отдала мне игрушку. Давай играть. Ты же моя сладкая. Зажигательную зарядку. Open step. Через 30. Она на стол. Руки свободны. Thank you.
Итак, сегодня у нас для начала была зарядка. У Алисы даже отказалась принимать участие, но это, видимо, влияние, то, что много народу. Застеснялся ребенок. Вот, а так, как всегда, я занимаюсь на FitStars. Сейчас быстренько расскажу. У нас сегодня это начало, только потом еще, скорее всего, будет Алиса заниматься вечером, у нее своя тренировка, и у меня еще на пресс. Так, самое главное, что хотела сказать, это те, кто покупают подписку FitStars в этом месяце, участвуют в очень крутом розыгрыше. Будет 10 очень-очень прям крутых подарков. Это iPhone и умные телевизоры. А также много-много всяких скидок от партнеров FitStars, всякие скидки, тоже там розыгрыши, подарки, кучу-кучу всего. Это про что хотелось бы напомнить для тех, кто оформляет подписку именно в этом месяце. Второй момент. Кто еще не знает, у меня есть для вас скидка по коду Bobcat. Вы когда вбиваете, у вас, видите, сразу появляется скидка 70%. У меня безлимитно всегда, я на платформе уже 3 года, то есть у меня он полностью себя оправдал, но есть разные подписки. Вам, конечно, советую безлимитно всегда. Что в него входит? Безлимитно всегда входит, и вообще в любую подписку входит просто все. То есть помимо тренировок, которые, естественно, там больше 100 программ, куча тренировок на все там виды мышц, на все что угодно, в том числе тренировки для детей 3 лет есть, хотя у меня Алиса начала заниматься намного раньше еще со мной. Это для тех, кто мамочки и думают, что тяжело быть с ребенком. На самом деле детям очень весело. Алиса у меня с года начала или даже раньше со мной вокруг ползать, еще пытаться повторять. А вот. Также рецепты простых и полезных блюд всегда в доступе и курсы. Курсы у них просто потрясающе, я же рассказывала, они начинаются от подготовки там женщины к родам, и в том числе курсы, как уложить волосы, как накраситься, медитации, йога, все это там есть, прям полноценные курсы, то есть это не одно какое-то занятие, а прям полноценный курс. Поэтому очень советую, присоединяйтесь ко мне, занимайтесь, готовьтесь к лету, ну и в целом это хорошо для поддержания здоровья. Напоминаю, что код BOBCAT. 70% вам будет в подарок. И сразу же автоматически принимаете участие в розыгрыше, и там без подарков никто не останется. Итак, давайте вместе с вами проверим, как дела у всех кошкодомовцев. Мара. Только попробуем что-то здесь взять. Вот да, вот это тебе, кстати, иди. Проверим, что тут у всех. У меня там еда размораживается как раз. Ну, уже разморозилась. Сейчас покормлю Руфи и Микки. И проверим, как дела у кошкодомовцев у всех. Что тут происходит? Итак, Руфи только издали, потому что он кушает, а не всем приятно смотреть. Так, коты. Свинарник устроили? Устроили, все нормально. Проверяем на лучшие котов. Здравствуйте, две прекрасные барханные женщины. Девушки. А что, давай, выбор будешь делать? Все уже тебя боятся. И не будешь. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, мадам. Что, как у вас дела? Глаза у тебя красивые. Кстати, обратите внимание на цвет глаз ее. Видите, зеленый, да? Видите, желтый. Разные глаза у них. Так, ну, конечно. Сингапура ко всем с любовью. Компот. Что, Холли? Что, Холли? Что, Холли? Что, Холли? Ну, нет! Хватит меня бить. Я не для этого тут. Так, кто у нас тут еще? Кун. На ночь я напоминаю, что закрываю кошку. Потому что это в том числе и их безопасность. Ну, я перестраховщик. Пуси. Злата. Что вы тут рассыпали уже? Ну ты такая красивая, так и хочется к тебе подходить. Да. И к тебе тоже. Все, вас обшипели. Поздравляю вас. Так, Глаша у нас осталась, да? Мне кажется, она была когда-то. А вот она, Глаша. Все, да, она вышла. Вон Глаша. Все на месте. Вчера они решили все остаться в одной комнате, кроме компота, потому что я все равно на всякий случай компота отделяю от Холли, чтобы все было под контролем у меня. А так все остались здесь. Хотя у детей сейчас нет. Посмотрим, в общем, как будет все.
Конечно, Кун всю ночь скучал по этому комплексу. Ты думаешь, менять им здесь комплекс, не менять или оставить уже этот? Пусть они добивают его, как окончательно добьют, наверное, поменяю. Пойдемте проверять бобра. К бобру мы... Пусть сейчас глазки надо тебе прийти, подожди. А бобру мы пойдем с морковушкой. Оп. Ой, свинарник устроил. Бобр, будь добр. Как у тебя дела? Привет. Да что ты шутишь? Вот, на, морковку принесли. Мы дань принесли бобру, добру, чтоб он был добр. Иначе ты будешь не бобр. Давай, иди сюда. Ну, сюда, на самом деле, пошипают, как к нему доходишь, а потом идет ласкаться. Ну, бобр, давай, мне так тяжело сидеть. Тут у тебя такие яйца. Давай, бери морковь. Вот, на, на, на. Да ладно, что ты. О, ту-ду-ду-ду-дун. Ветками завала. Пошел грызть. Итак, из тех, кого я не показала, это еноты. Они спят еще. Здравствуйте, молодые люди и девушки. Хочешь морковь? Бери. Тим, хочешь морковь? Я сплю. Ай, морковь упала. А, будешь морковь? Чего ты рычишь? Бери морковь лучше. Не надо рычать. Держи. Ай, красавца. Все, пойду я кошек кормить, а потом убираться. Что, ты тоже сюда хочешь? Надо в комнату, да? Все, что закрыто сюда, надо. Очень надо, очень надо, да? Очень надо, очень. Зачем вам сюда? Вот зачем, коты? Вот скажите, вам не имется? Везде куда... Так, девчонки, давайте на вас игрушку попробуем. Не до всех вот этих, да? Эй, так нечестно. Давай сюда. Давай сюда. Ой, господи. Тушечка такая. Нет, не для вас такие уже игрища. Пахнет она интересно. Ой, дерьмо моя. Посмотри, что творит. Ой, как все вылизано. Я не могу сказать, что будет дальнейшее. Я говорю сейчас. Да. Я спокойна. Алиса.